Аиша радиаллаху анха сказала, что нравственные достоинства, их всего 10. Первое – это ас-сидк, правдивость. Второе – иттиба'у суннати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи та'атиллах. Это следование пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям в покорности Всевышнему Аллаху субханаху ва та'аля. И'та'у сааль, подаяние просящему. И воздаяние добром за добро, джазаю лихсан биль ихсан, за добро отвечать добром. Хифзуль амана, сохранение доверенного. Исалю рахим, поддерживание родственных связей. Ихсан иляль джар ва иляль ахарин, это добросовестность по отношению к соседу и другу. Икраму дайф, гостеприимство. «Вальхая а стыдливость – главная из них», – сказала Аиша, радиаллаху анха. «Стыдливость является главным всех этих качеств».